Лопатитах к исполнению служебных обязанностей приступил новый прокурор Татьяна Степанова. До этого назначения Татьяна Владимировна 9 лет была прокурором в Кандалакше. Первыми впечатлениями о городе новый прокурор поделилась с нашей съемочной группой. Татьяна Степанова родом из Ярославской области. Там же окончила юрфак университета. Сразу же начала работать по специальности. На север приехала 22 года назад. И за это время он успел стать для нее родным. Приезжаешь один. Все-таки, несмотря на то, что у нас всегда работа отнимала много времени, все равно как-то в выходные дни бывало тяжеловато. Но потом появились друзья, потом родственники здесь. И, в принципе, с рождением, наверное, первого ребенка к северу уже привыкаешь полностью. В Апатитах будущий новый прокурор бывало часто. И сын, и дочь занимаются лыжным спортом и не раз приезжали на соревнования. Правда, зимний город, белоснежный и чистый, очень отличается от майского. Особенно огорчают замусоренные улицы. В Кандалакше давно стоят подземные накопители вместо контейнеров. Можно было бы предложить такое благоустройство и Апатитам, но... Любая инициатива, она упирается в наличие денежных средств. Да. Поэтому, наверное, надо как-то отграничивать наиболее значимые для города темы. Если здесь, в принципе, я еще пока не успела оценить, как здесь справляется компания, которая осуществляет вывоз мусора со своими обязанностями. Если она делает это регулярно, ну, в принципе, можно пользоваться тем, что есть. Надзорные органы больше волнует социальная и криминогенная обстановка. За этот год пугающих сводок и статистики по Апатитам не наблюдается. Но сложилась непростая ситуация с незаконным оборотом наркотических средств. Проблема в реформировании органов наркоконтроля. Наркоконтроль славился сильными оперативными позициями. А передать их вновь созданным подразделениям управления по контролю за оборотом наркотиков МВД очень сложно. Это все требует времени. Это все требует наработок. Сейчас Татьяна Владимировна налаживает взаимодействие с коллективом. Персональная ответственность каждого работника прокуратуры должна быть повышена до самого высокого уровня.